Почти две недели национальное телевидение Чувашия вещает на спутниковой платформе Триколор ТВ. Жители всей республики, а также европейской части страны могут смотреть наши новости, концерты, программы. Мы продолжаем получать приятные отзывы от наших телезрителей, живущих в разных уголках республики и страны. Знаем, что национальное телевидение существует тоже в Чувашской республике 5 лет, но с этого года жизнь наша, жителей районов, преобразилась, можно сказать, потому что не только по себе, я знаю, даже по другим людям знаю, люди много высказывают. Национальное телевидение теперь могут увидеть многие люди, только нажать надо на пульт. Это очень даже хорошо, даже здорово. Очень удобно, очень хорошо теперь сидеть дома, смотреть спектакль. Чувашские концерты, чувашские.